Здравствуйте, это программа «События». Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Ушел на дно. Самарский речной вокзал подтопило. 8 скорых с пострадавшими. Переполох в больнице Пирогова оказался учениями. Исчезнувшая мать пропавшей девушки опровергла сообщение СМИ, что ее дочь нашлась. От них не спрятаться, не скрыться. Четвероногие оперативники показали все, чему их научили годы дрессировок. Миллиардеров летом считают. Налоговая раскрыла тайны декларационной кампании. Паводок в середине лета. Причала Самарского речного вокзала подтопила. Вода вплотную подступила к набережной. На движение судов это не отразилось. Такое в последний раз было 23 года назад. Уровень Волги у Самары сейчас составляет более 30 метров и продолжает повышаться. В региональном МЧС предупреждают самарцев, что Волга в ближайшие несколько дней поднимется еще на метр. Вода прибывает из-за увеличенных сбросов Жигулевской ГЭС. Станция накануне перешла на новый режим работы. Сейчас сбрасывает до 20 тысяч кубометров воды в секунду. Паводок затянулся из-за обильных дождей, отметили в МЧС. Самарцев просят принять все меры предосторожности, особенно те, кто сейчас отдыхает на берегах. Спад воды прогнозируют только к концу июля. Неспокойное утро в Самаре. По центру города промчалась колонна машин скорой помощи. Выяснилось так. Проходят тренировки врачей больницы Пирогова к чемпионату мира. Самарские медики должны быть готовы к любым ЧП. Поэтому обязательные тренировки начались уже за год до Мундиаля. С чем связан утренний переполох, расскажет Валерия Макарова. Вой сирены на улице Полевая заставил оглянуться всех прохожих. По дороге одна за другой проехали 8 машин скорой помощи и свернули в больницу Пирогова. В городе все спокойно. Так медики тренируются к чемпионату мира по футболу. Легенда – массовое поступление пациентов. Самое главное – это сегодня мы должны отработать движение скорой помощи по маршруту, который мы как бы утвердили со скорой помощью, по территории, непосредственно по территории больницы. Это логистика, маршрутизация пациента. В больнице несколько отделений. Куда именно поедет машина скорой, решает медработник на КПП. Пожалуйста, приемное отделение. Работать нужно быстро, чтобы не создавать заторов. Скорая подъезжает, пациентов уносит на носилках, тут же прибывает следующая машина. Всего в учениях задействовано около 100 человек. При этом работа станции скорой помощи не прерывается. Город живет своей жизнью, учения учениями, люди болеют все равно, несмотря на учения. Поэтому основная масса сейчас, конечно, обслуживает вызовы. Вот. А будут привлечены технические автомобили с персоналом, водительским, естественно, со старшими фельдшерами подстанции. Только на июль в больнице запланировано еще 35 тренировок. Они будут проходить даже ночью, чтобы врачи были готовы к любым ситуациям. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Найти взрывчатку и наркотики, предотвратить побег. В регионе прошли соревнования среди кинологов уголовно-исполнительной системы. Их четвероногие питомцы показали, как умеют задерживать преступников и разыскивать людей. Лучшие собаки и их хозяева будут представлять Самарскую область на международных соревнованиях. Насколько готовы самарские кинологи, знает Алина Чемерис. Железная хватка. Если бы человек не был защищен, травмы бы были серьезные. Ризеншнауцер Белла или просто белка, грозная только на службе. Сегодня противник условный. Собака на соревнованиях показывает навыки задержания. Справляется она отлично. Когда задача выполнена, дружелюбная и спокойная. В мирной жизни Белла укладывается отдыхать рядом с хозяйкой. Любим мы сыр, скажи. Да, белка? Любим тепло, очень запутаться в плед. Обниматься очень любит, причем со всеми, если не на работе. Она когда на работе, она очень недобрая. В конвой ездим, она хорошо охраняет.
Найти человека в укрытии, обнаружить наркотики, взять след, провести обыск на транспорте. В профмастерстве кинологи и их четвероногие напарники соревнуются уже несколько дней. Здесь только лучшие собаки, которые сейчас служат в региональной уголовно-исполнительной системе. Животных каждый день осматривают ветеринары, кормят и тренируют по распорядку. Воспитывать своих напарников кинологи начинают, когда тем исполняется 8 месяцев. У немецкой овчарки Рекса задача усложняется. Справиться нужно сразу с двумя противниками. Он вообще изначально добрый, то есть я его ставил на защиту через игру. То есть я его не через злобу ставил, через игру. Для него раздражителем является либо фигурант, либо осужденный наш. Он на них тоже очень хорошо реагирует. Но опять же, он реагирует на них хорошо именно на территорию учреждения. Я этому специально его не учил, он как-то сам додумался до этого. При нападении на сотрудника кинолог может применять собаку. Потом при, допустим, побеге из подразделения собака пускается без ошейника, без поводка, без шлейки, чтобы ее нельзя было ни снять, ничего. Сейчас злостное направление – это перебросы. И вот как бы периодически попадают, ловят с собаками перебросчиков те, кто пытается доставить как раз запрещенные предметы в зону. И вот с помощью собак у нас задерживали несколько перебросчиков. Ретриверы – бельгийские и немецкие овчарки. Сегодня в региональном управлении ФСИН служит свыше 300 собак. Работают по всем профилям. По закону служебная собака приравнивается к спецсредствам. Испускать ее с поводка без предупреждения нельзя. Лучшим временем для дрессировки своих питомцев кинологи считают возраст до 2 лет. Эту красавицу зовут Перси, собака розыскного профиля, в профессии уже 4 года. Дама послушная, но только по отношению к своему хозяину. Я, конечно, сейчас попробую ее покомандовать, но вы все увидите сами. Перси, лежать! Не реагирует. Перси, стоять! 0. Попробуйте. Перси, лежать! Стоять! Хорошо, молодец! Хорошо. Итоги региональных соревнований подведут уже завтра. 3 лучшие собаки и их хозяева отправятся представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях. Пройдут они в Башкирии с 4 по 8 сентября. Алина Чемерис, Василий Колдашов. События. Запутанная история и неожиданное ее продолжение. Мать пропавшей девушки Екатерины Уваровой Татьяна заявила, что информация о возвращении дочери домой не соответствует действительности. Напомню, 31-летняя девушка пропала в ночь на 28 июня, а ее мать получила смс с угрозой, что больше не увидит свою дочь. Екатерина вышла на связь только один раз, позвонила со своего сотового телефона и попросила забрать заявление. При этом в начале недели в некоторых СМИ появилась информация, что девушка нашлась. Все это время она якобы была у своих друзей. В Следственном комитете сейчас эту информацию не подтверждают. Проверка продолжается. Мать Екатерины записала 2-е видеообращение на сайте службы спасения. Катя, доченька, у тебя сегодня день рождения. Я желаю тебе здоровья и вернуться быстрее домой. Дома тебя ждет доченька. Нам очень тебя не хватает. Вернись домой. Машины стали красть реже, а вот на взятках ловят чаще. Итоги работы за полгода подвели в самарской полиции. Цифры подтвердили. Количество преступлений в городе снижается с каждым годом, однако в полиции отмечают, что все больше несовершеннолетних нарушают закон. Репортаж Валерии Макаровой. В Самаре стали меньше нарушать закон. За последние полгода совершено чуть более 9 тысяч преступлений. Это на 1000 меньше, чем в 2015-м. При этом раскрывают каждое 2-е. Снизилось количество краж автомобилей, ДТП и преступлений в отношении детей. Больше задокументировали преступления экономической направленности, прежде всего тяжких, особо тяжких составов. Больше задокументировали преступлений, связанных с получением взятых в крупном размере. Подрос у нас и профессиональный уровень сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, я думаю, это стало следствием. Вырос уровень подростковой преступности, причем по всем категориям, в основном это кражи. Бытовых преступлений стало больше на 20%. Кроме того, в этом году полиция начала работать с новой структурой власти, общественными советами и управляющими микрорайонов. 355 участковых есть на территории городского округа Самары, 355 управляющих микрорайонов. За каждым общественным советом сегодня закреплен участковый либо работник полиции. Я думаю, что именно это взаимодействие даст очень хорошие результаты. Перед управляющими и полицией поставили задачу бороться с незаконным оборотом алкоголя, следить за так называемыми разливайками будут все так же пристально. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События. В Самаре борец с коррупцией попался на взятки. Подробнее расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст.
Здравствуйте. Нефть укрепилась на отметке выше 47 долларов за баррель. Курс доллара сегодня 60 рублей 62 копейки. Евро 69 рублей 44 копейки. Золото стоит 2376 рублей, серебро 30 рублей 85 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 60 рублей 60 копеек, дороже всего продать за 59 рублей 95 копеек. Минфин оценил серый фонд оплаты труда в России в 10 триллионов рублей ежегодно. Налоги с этих средств не уплачиваются. Роструд посчитал россиян, готовых работать сверхурочно и бесплатно. Только 10% респондентов никогда не задерживается на работе. А в Самаре борец с коррупцией попался на крупные взятки в 800 тысяч рублей, которую должен был передать начальнику отделения по противодействию незаконной миграции. Теперь учредитель региональной общественной организации «Антикоррупционный комитет» предстанет перед судом. На этом все. Удачи в делах. Два новых миллиардера появилось в Самарской области. По крайней мере, именно столько человек задекларировали рекордные доходы. Об этом сообщают региональные налоговики, которые, впрочем, имена наших удачливых земляков не разглашают. Известно, что в 2015 году в регионе рублевые миллиардеры вообще не регистрировались, а годом ранее их было 11 человек. Всего же декларации подали более 132 тысяч налогоплательщиков. Это на 3,5 тысячи меньше, чем в прошлом году. Тех же, кто о доходах умолчал, будут разыскивать сотрудники фискальной службы. Неплательщикам грозят пени и штрафы в размере до 20% от суммы сборов. Нехорошие времена ждут и тех, кто сдает квартиру и не платит при этом налоги. Здесь сборщики подати рассчитывают на помощь активных соседей, надеясь наладить взаимодействие с общественными советами микрорайонов. Спать спокойно будут только те, кто успеет заплатить налоги до 17 июля. По итогам, например, 2016 года в ходе контрольных мероприятий было начислено налога на доходы физических лиц по выездным проверкам 24 миллиона, камеральным проверкам более 100 миллионов рублей. Соответственно, все-таки для того, чтобы избежать определенных и штрафных санкций, и начисления пени, все-таки необходимо в установленный срок сдавать налоговые декларации. Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с главой Самары Олегом Фурсовым. Речь шла о развитии города. Олег Фурсов рассказал, зависимость муниципального сектора экономики от кредитов коммерческих банков снизилась. Повысилась прозрачность расхода средств и конкурсных процедур, что положительно сказалось на финансовой дисциплине предприятий. Из 24 муниципальных предприятий Самары 15 стали прибыльными. Например, МП «Благоустройство» сумело после смены руководства снизить свою кредиторскую задолженность с 500 до 260 миллионов рублей. При этом предприятие продолжает обновление парка спецтехники. Я докладывал вам, что 7 руководителей предприятия в прошлом году я поменял в силу разных причин. Значит, должен вам сказать, что, например, по предприятию, которое обслуживает бани, за первые 5 месяцев прибыль составила 4 миллиона 600 тысяч рублей. В прошлом году прибыль за полгода этого предприятия составляла всего 1,5 миллиона рублей. А тарифы? Тарифы не изменились, они как были, так и остались. В Зубчининовке по улице Гоголя теперь можно пройти, не опасаясь увязнуть по колено в грязи. На перекрестке с улицей Кустанайской провели отсыпку гранулятом и скосили траву возле заброшенного здания. Раньше здесь можно было ходить только в резиновых сапогах, причем в любую погоду. Проблема была обозначена во время прямого эфира на телевидении, участником которого был глава города Олег Фурсов. В студию позвонила местная жительница Ирина Кошлева и рассказала про неблагоустроенный перекресток. Сейчас ситуация на улице изменилась. Я обратилась на прямую линию с главой города Фурсовым Олегом Борисовичем, в результате чего он посетил наш поселок Зубчининовка. Проблема заключалась в том, что вот непосредственно на пересечении улиц Кустанайской и Гоголя была очень большая яма, была большая лужа, большая грязь. Сейчас, после того, как засыпали дорогу гранулятом, засыпали достаточно хорошо, в яму высыпали, по-моему, 3 или 4 КАМАЗа гранулята, крупного гранулята, после чего разравнивалась дорога. Сейчас машины спокойно могут проехать. В том числе вечером у нас появились дети на улицах, катаются на велосипедах, на самокатах. То есть все очень довольны. Далее коротко о других событиях дня.
Страшное ДТП на М5 под Тольятти. Около половины седьмого утра в Ставропольском районе столкнулись фура и легковушка. Водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь со стороны Тольятти в направлении Сызрани, по неясной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Renault Magnum, после чего Solaris вылетел в кювет. Погибли 4 человека, еще один доставлен в больницу. В Самаре на улице Тверской произошел крупный пожар. Горел старый деревянный дом. Последний в этом районе. На тушение огня выезжали несколько пожарных расчетов. Информации о пострадавших нет. 100 тысяч рублей заплатит самарец, которого суд признал виновным в изготовлении бомбы, заправленной гвоздями и сахаром. Согласно материалам уголовного дела, он сделал взрывное устройство самостоятельно в конце 2016 года. Необходимые компоненты для его создания покупал в обычных магазинах. Умельцев выследили и задержали в Кировском районе сотрудники регионального управления ФСБ. Свою вину он признал полностью. Суд приговорил мужчину к 3 годам заключения в колонии общего режима. Ему также назначен штраф. Прорыв теплотрассы оставил без горячей воды жителей 3 самарских микрорайонов – 8, 12 и 13. Повреждения на трубе диаметром 800 мм обнаружили у 183-го дома по улице Старозагора. Планируется, что все работы по восстановлению тепломагистрали закончатся вечером 14 июля. В Самаре с фасадов памятников архитектуры уберут кондиционеры. На сайте госзакупок объявлены торги. Цена вопроса – 1,5 миллиона рублей. Всего должно быть демонтировано 88 кондиционеров с 8 зданий. Среди них особняк Путилова и центральный телеграф. В Самару приплыл капитан доверия. Благотворительная акция прошла на набережной. Ее цель – рассказать о телефоне доверия, куда дети, подростки и их родители могут позвонить практически в любое время суток и получить консультацию квалифицированных психологов по самым разным вопросам. От неразделенной любви до того, как наладить контакт с родителями и учителями. Марина Кравцова узнала, почему капитан доверия отправился в путешествие по волжским городам. Темноты, высоты, войны и смерти. Чего боятся дети? Свои страхи они писали на специальной доске, чтобы потом эти листы снять с панно и избавиться от тревог. Таким флешмобом начался праздник по случаю прибытия в Самару гостя необычного – капитана доверия. Его корабль отправился из Казани и пришвартуется к причалам 9 городов. В каждом капитан делится с детьми и подростками своей историей о несчастной любви, дружбе, отношениях с родителями и сверстниками. И как когда-то ему помог справиться с проблемами душевными – детский телефон доверия. Потом я слышал несколько голосов тех людей, которые работают на детском телефоне доверия, и все они располагают себе, все они позволяют узнать, что именно им можно доверять, и все они позволяют даже на начальном этапе как-то успокоиться и перейти к решению своих проблем. Акция призвана рассказать детям и родителям о службе экстренной психологической помощи «Детский телефон доверия». Его номер 8-800-2122. За почти 10 лет работы специалисты-психологи провели больше 9 миллионов консультаций. За помощью из Самарской области обратились 97 тысяч человек. Каждому подход индивидуальный. Рассказать можно о любой проблеме. Поскольку большинство звонков все-таки от детей и подростков, 60%, то у них, конечно, лидируют проблемы именно взаимоотношения со своими сверстниками. Это дружба, это принятие и непринятие в коллектив, там, в новую школу. К сожалению, это и проблема травли, какой-то кибербуллинга, травли в соцсетях. Это, конечно, взаимоотношения с противоположным полом. Сегодня к номеру подключены больше 200 служб психологической помощи по всей стране. В 66 регионах телефон доверия на связи в круглосуточном режиме. Все звонки бесплатные, абсолютно анонимные. Можно даже имя свое не называть. И аудиозапись разговоров не ведется. Каждый звонок наши консультанты, которые обучены уже не раз в Москве, в Перми, в Астрахани, конкретно разбирают каждый случай абонента, и каждому ребенку или каждому взрослому относятся индивидуально. О телефоне доверия рассказывают в игровой форме. Для детей устраивают игры и конкурсы. Из Самары корабль капитана доверия отправится в Сызрань и завершит путешествие 16 июля в Волгограде. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.
Память о боевых товарищах сплотит тысячи человек со всей России. На 9-й фестиваль патриотической песни и слет ветеранов боевых действий на Мустриковские озера съедутся участники локальных войн и вооруженных конфликтов. Особое внимание в программе фестиваля этого года уделят детям. Они приедут со всей России и стран ближнего зарубежья. Для юных патриотов запланирована выставка оружия и техники, спортивные состязания, конкурсы рисунков и фотографий, историческая реконструкция боя, полевая кухня. На главной сцене пройдет большой концерт. Мы хотим привлечь внимание всех здравомыслящих взрослых людей для того, чтобы отвлечь детей от гаджетов, от сегодняшней заразы, и показать, что мир реальный, он намного краше. В Самарском микрорайоне Загорка 3 чествовали золотые семьи супругов, которые вместе более 50 лет. Праздник во дворе организовал общественный совет. Олег Зверев тоже поздравил тех, кто заслужил почет и уважение просто потому, что прожили вместе долго и счастливо. 52 года вместе. Супруги Комановы сегодня вспоминают прожитые годы как большое семейное счастье. Это была любовь с первого взгляда, плюс полное взаимопонимание. Вообще-то мы сибиряки. Я из Бурятии, он из Новосибирской области, училась в Читинской области, он в Уссурийске. И встретились мы в поезде, все сидели в карты, играли, а он подсел ко мне, и с тех пор вот 52 года. С 65-го года мы не расстаемся, любые годы в невзгоды мы делим, так сказать, все пополам. На сегодняшний день у нас... Двое детей, дочь и сын, четверо внуков, три внука и одна внучка. Мы чувствуем себя счастливо. 8 золотых пар чествовали в Самарском микрорайоне Загорка-3. Торжества приурочили ко всероссийскому празднику семьи, любви и верности. Прожив душа в душу больше 50 лет, они не просто доказали святость семейных уз. Их жизнь – хороший пример для молодого поколения. Получается, в жизни должны быть некие ориентиры, да, некие такие маяки. И очень важно, в общем-то, и почествовать тех людей, которые заслужили, которые прошли эту долгую жизнь и являются таким примером, таким маяком и для молодых пар, и для молодого поколения. Мы делаем это мероприятие, важно то, что объединить между собой соседей. Поздравление золотых пар организовал общественный совет микрорайона. Такие встречи во дворе в годы их молодости проводились часто. Тем временем здесь уже строят новые планы по поддержке семейного досуга. Конечно, у нас много планов на будущее, и общественные советы, в том числе координационные советы микрорайона. Следующий праздник, который у нас планомерно назначен, и это День физкультурника, где не только будет участвовать каждый дом, но и микрорайон в общем. Впрочем, не только праздники. С созданием общественных советов удалось реализовать многие инициативы жителей. Олег Зверев, Григорий Плешаков. События. Гребец из Самары Максим Телицын завоевал на лицернской регате серебро. 26-летний спортсмен, гордость школы академической гребли Самарской области. Почему, расскажет Валерия Макарова. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Валерия Макарова, и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Серебро из Швейцарии. Самарец Максим Телицын – призер люцернской регаты. Промежуточные итоги. Пляжные крылья Советов выиграли только 2 матча из 10 на чемпионате России. Отбоксировали достойно. 3 спортсмена Самарской области пробились на чемпионат России по боксу. 3 боксера Самарской области победили в турнире по боксу памяти братьев Герасимовых. В этом году он стал чемпионатом Приволжского федерального округа. Победители получили право выступать на чемпионате России. Он пройдет в сентябре в Грозном. В чемпионате ПФО 2017 выступали 86 боксеров из 15 регионов. Победив в финале, право представлять Самарскую область на чемпионате страны завоевали 3 спортсмена. Представитель школы ринга из Безенчука Ахмед Валиев, вернувшийся в спорт после тяжелой травмы ноги Василий Веткин из Новокуйбышевска и тольяттинец Вахит Аббасов. В Казани завершился второй этап чемпионата России по пляжному футболу. Самарские крылья Советов одержали в нем 2 победы в 10 матчах и занимают 8 место из 9 команд-участниц. Задача для крыльев на третий тур выглядит сложно выполнимой – войти в шестерку сильнейших и попасть в суперфинал турнира.
Самарец Максим Телицын завоевал серебро на третьем этапе Кубка мира по академической гребле. Его называют «Люцернской регатой». В медальном зачете сборная России заняла 10-е место с 3 серебряными и 1 бронзовой наградой. Для 26-летнего самарца эта медаль стала уже 2-й в этом сезоне. До этого Телицын победил на чемпионате Европы в Чехии в составе того же экипажа. Его золото оказалось первым в истории академической гребли Самарской области. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на YouTube. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся!